Всем доброго времени суток, с вами канал Артмания, и сегодня у нас видео обзор на эклеры со сливками. Они вот, к сожалению, у меня тут прибитые немножко, немножко они помялись. Вот тут вот состав оказался очень большим, я не читала состав, быстренько торопилась, взяла, вот он, считайте. Вот, я его в конце обязательно приложу, сфотографирую и посмотрю. Очень большой состав, стоили они 85 рублей. Вот, сейчас мы с вами их попробуем. Как-нибудь вытащить, не испачкаться. Опа. Вот, вытащим более-менее такую одну. Вот, там уже виден крем, в принципе, вот он. Крем такой очень нежный. Ну, в принципе, со сливками, наверное, да, сливки просто здесь. То есть не масляные, как раньше, а сливки. Очень вкусные они. Не забыла я посмотреть. А, 500 грамм. Да, вес у них 500 грамм. Я еще как раз подумала, наверное, 500. 500, да. Состав большой. Вот, хранится она 14 суток. Белки 4,5, жиры 16,6. И углеводы 56,9. Килокалорий 395. 100 граммов, наверное. Да. Самое главное забыла сказать. Посмотрим еще. Но они такие вот, смотрите, немножечко нестандартные. Как будто немножко неаккуратные. Вот это такая еще ничем. Обычно дырочки здесь. И через нее добавляю. Здесь, видимо, отковыривают. Где-то тут я видела. Ба. А, там, может быть, добавляется чуть-чуть. А, он пустой, потому что. А я еще и думаю, где у него крем? А он пустой. Давай посмотрим другой. А, ну вот тут видим. О, вот тут есть. Видимо, некоторые пропускают. Ну, вот он, в принципе, тоже такой тройной какой-то. Их, видимо, отламывают. Туда запихивают крем. И отправляют дальше по конвейеру. Они такие, тесто само такое нежное. И именно вот эти вот сливки, они очень вкусные. Потому что я помню, пробовала эклеры от 9-го хлебозавода наши здесь. Они какие-то были невкусно, какое-то прям чувствуется много-много химии. Здесь 15 Е добавок, но при этом не чувствуется. Можно, в принципе, да, покупать их и их кушать иногда. Вот. На сегодня это все. С вами был канал Артмания. Подписывайтесь. И всем пока-пока.